Добрый день, уважаемые любители винограда! Сегодня 21 сентября 2021 года. Прививка прошлого года. На одном кусту две гибридные формы от Калугина Виктора Михайловича под названием Днепровская Ривьера и Борисфен. Хотя автор заявляет, что 110-115 дней срок созревания, но сами понимаете, что в данный момент они не входят в такие данные сроки. А Днепровская Ривьера немножко меньше грозди, от 700 грамм до 1100 грамм, ягодка тоже 15-20 грамм. 110-115 дней, желто-розовая, легкий мускат, с морозостойкостью 23 градуса, извиняюсь. Вот такие шикарненькие розочки, нарядненькие. Вот она вся, вот пятачок для сравнения, для размера ягодки, чтобы вы видели. Сама ягода очень хрустящая, плотная, с легким мускатом, отрывается тяжело. Вот, то есть это все мякоть такая, секатор надо взять, вот смотрите. И мясистая, и сочная. Владимир, попробуйте. Хрустит, как огурец. Хрустит все, когда раскусываешь. И кожица, и потом мякоть, когда кушаешь. Мякоть плотная, с сочком. Кожица съедаемая. Буквально здесь чувствуешь ее. Вот я раскусил. Там он видно 4 косточки. Хруст великолепный, я не знаю, может быть, разве что на толдуну такой хруст. Ну да, необычайный хруст такой. Четыре маленькие косточки, манипусенькие косточки. Ну, вкус такой приятный, с приятной кислинкой. Ну, конечно, я бы еще чуть-чуть бы тепла. Тепловой напряженности не хватает, суммы активных температур. Вот, конечно, в конце июня только закончилось цветение, куда ж вот эти 120 дней, которые заявляет Калужный. Где же 110-115. Даже 110-115. Ну вот такого размера, приятного размера, приятная ягода. И она симпатичная, знаете, вот там все спрашивают дамские пальчики, хотя уже про эти дамские пальчики можно давно забыть. Хусейн Келим Бермак. Он у нас просто не будет вызревать. То в свое время, наверное, другого винограда и не было, да, на рынке. А все помнят о дамских пальчиках. Вот вам на самые настоящие дамские пальчики. С розовым таким, в начале ягодки, заострение, да, вот симпатично. Желто-розовая ягода, очень приятная на внешний вид. Да, розочки сейчас на данный момент небольшие, но вот здесь две штучки на побег, здесь одна на побег.